Сухой закон после 11 вечера 1 января наступившего года начали действовать новые правила продажи алкоголя. Закупаться любыми спиртными напитками теперь придется до 23:00. А теперь даже легкое пиво после 11 вечера нигде не купишь. Как изменится? Пока на это ответить не могу. Пока еще несколько мало времени прошло. Жизнь покажет. Но пока наши покупатели довольно нормально на это реагируют. Еще одно алкогольное новшество – подорожание водки. Пол-литра горькой теперь не могут стоить дешевле 170 рублей. Сложнее станет приобрести и пиво. Теперь его нельзя продавать в киосках и магазинах площадью менее 50 квадратных метров. Но эти требования закона в Саратове выполняют пока не все. Новый год и новая графа в платежках за капитальный ремонт дома. Теперь стены, крышу и лестницу будут ремонтировать за счет жильцов. Средства будут накапливаться на специальном счете, а когда наберется кругленькая сумма – ремонтировать. А кроме этого, тарифы на коммуналку вырастут почти на 10%. Пока россияне отдыхали, власти повысили минимальный размер оплаты труда. Вырос он почти на 600 рублей. Теперь самая маленькая зарплата не должна быть меньше 5205 рублей. Если у человека зарплата была равнялась минимальной оплате труда, тогда да, его положение изменится, соответственно, у него увеличится заработная плата. А людей, у которых была заработная плата выше, это никак не коснется. 1 января 2013 года отменили так называемое мобильное рабство. При смене сотового оператора номер телефона может остаться прежним. Правда, услуга эта платная, но стоить она будет не больше 100 рублей. Роман Гальперин, Олег Буланов, новости, Телеобъектив.